It's fashion time. Всем привет! Рада вас видеть на канале школы макияжа Fresh Art. И с вами я, Ольга Синигина. Сегодня я покажу вам, как работать с проблемными глазами. Это глаза, которые имеют немножко нависшее веко и разные по посадке. С такими глазами лучше всего работать в карандашной технике, потому что карандашная техника скрывает ненужные объемы и подчеркивает те объемы, которые нам нужны. Ни в коем случае нельзя работать с такими глазами в акварельной и в гелевой технике, потому что акварель и гель, она достаточно тяжелая по структуре, и нависшее веко ваше еще сильнее опустит. Если вы хотите узнать, как работать с проблемными глазами, смотрите этот видеоурок. Спонсор этого урока – сайт Multmagic, на котором вы можете создать персональное поздравление с участием вашего малыша. Там на сайте все очень просто. Вы заходите на сайт, загружаете фото вашего ребенка, имя вашего ребенка, приходит смс-уведомление со ссылкой для скачивания вашего мультика. У моего крестника был недавно день рождения, и я захотела ему что-то необычное подарить. Я знаю, что он любит Маквина из мультика «Тачки», я решила ему подарить мультик. Прихожу домой к нему, достаю тачку и планшет, запускаю мультик. Сколько было радости, сколько было эмоций, это вообще, я даже передать не могу это словами. Это счастливая улыбка, это счастливые глаза, это того стоит. Девочки, если у вас или у ваших родственников есть дети, и вы хотите сделать необычный подарок, тогда вам сюда.
Если вы хотите научиться работать с различными проблемными глазами, посещайте мои мастер-классы или приезжайте на повышение квалификации. Я буду рада вас видеть. Если вам понравился видеоурок, жмите палец вверх и подписывайтесь на канал.